чего я вам желаю. Чувствую себя еще лучше, чем до ранения. Ранило меня, как я тебе писал уже в поясницу. В прорыве между Оршей и Витебском в госпитале лежал, в городе Ярцево, Смоленской области. Мама, деньги, которые ты мне выслал, я еще не получил. Сфотографироваться, конечно, есть возможность, но нет денег. Мама, напиши подробно, что с Николаем Борисовичем. Ну а пока писать кончаю. Остаюсь ваш сын Виктор. Всем привет, родным и знакомым.